5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 7975. Обычная база, для которой вам понадобится одна C4. И взрывать мы ее будем вот здесь. Ну и потом вторую стеночку можно сломать с помощью железного топора вот тут. Готово! Давайте начнем с половины. Пусто. Плотницкий стол, 20 досок. Хорошо. Так, ящики. Красный талон забираем. Это копье, которое у меня украли. Да, не удивляйтесь, я положил немного другой лут. Я вам потом про него расскажу. Так, если я его найду, конечно. Ну, по идее, должен. Это заберу. Каменные блоки пускай будут. Это все надо в байк сразу сложить. Не зря же я сюда пришел, правильно? А чтобы получить каменные блоки, надо постараться. Времени довольно-таки много на них уходит. Да и камня, собственно, известняка. Это мы так все заберем. Здесь, кстати, бензин надо забрать. Вот, чуть не забыл. Сразу сюда можно положить. И продолжим лутать. Вот этот ящик я показал, да? Окей, дальше. Боксит заберу. Доски, вернее, бревна заберу. Камни, известняк я тоже заберу. Так, здесь все готово. Осталось посмотреть, что находится в трех ящиках. Хавчик, хавчик, хавчик. Вот это у меня украли. Вот это у меня украли. Еще не хватает 2 микросхемы. По-моему, 20 рагу или 20 морковки я оставлял. Я уж точно не помню. И 3 бутылки воды. Изоленту заберу. Кожу. Микросхема. Вот еще 2 копья, которых у меня украли. В итоге было 3. Так, это можно захилиться. Вроде бы все. И последний ящичек. Разрушитель и 3 пива, тоже, которые у меня украли. По луту это было вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь 3 бутылки воды и 3 копья. Приходится менять каждый раз лут, который оставляю в пикапе, потому что иначе не приходят, не оставляют следов рейдеры. Или вообще просто ничего не происходит. То есть череп просто падает с 4 до 3 и так далее. В общем-то, все забрал, все показал. Единственное, что это может кто спросит, почему я не сломал вот здесь. Потому что тут пусто. Я сейчас вам покажу, чтобы вы знали наверняка, что время свое не тратили. Но тут ничего нету. Пустая комната огромная. Ну и, соответственно, здесь тоже. Это просто такой переход странный, как это он сделал. Не знаю зачем. Вот. Такая вот шушера. Так. Что еще можно отсюда стыбзить? Да, давайте пойду заберу, раз место столько появилось, можно забрать кое-что еще. Например, что там было? Морковка еще оставалась вроде как. Изолента, бинты. Интересно. Морковка, пивасик. А, вот вода. Ну, вот это я заберу, и можно отсюда сваливать. Вот этот вот лут, который мы украли с помощью одной сишки и одного железного топора. Ну, в общем-то, ресурсы обыкновенные. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.